Электронные рецепты, дистанционное лечение и консультации. В январе в России вступит в силу закон о телемедицине. В Рязанской области она уже доказала свою эффективность. Телемедицина позволяет врачам из районов получать консультации специалистов Рязанского кардиодиспансера. Каждое утро сосудистые центры выходят на связь и докладывают обстановку. Сегодня на связи Скопин. Очень много за последние 3 дня поступило с острым коронарным синдромом, с подъемом сегмента СТ. Все в основном работающие мужчины. Общение с нашими специалистами, да, повышают грамотность врачей в первичных сосудистых отделениях. И все это, конечно, в комплексе работает на здоровье наших пациентов. Кроме этого, Рязанский кардиодиспансер имеет постоянную онлайн-связь с федеральными центрами. Общение до этого отнимало гораздо больше времени, порой такое ценное для пациентов. Ведь, как известно, болезни сердца отлагательства не терпят. Важен каждый час. С введением вот этих вот заочных консультаций, когда мы имеем возможность сразу бросить им все документы, они присылают нам либо вызов пациента. Вот мы сколько экстренных отправим. У нас даже экстренную помощь стали оказывать в федеральных центрах. Мы очень много отвозим на санавиации туда. За время, что внедрена телемедицина, пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, стало гораздо больше. За прошлый год более 250 рязанцев прошли лечение в федеральных центрах. И около 1000 поступили на операции в кардиодиспансер из районов. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».